Привет, друг. С тобой Эван. Мы продолжаем играть на сервере CCD Planet. Второй сервер, все как всегда. Конечно, редко я здесь играю, но да ладно. Сегодня мы вместе с вами посмотрим новое обновление 3.16. Так что присаживайся поудобнее, готов что-то покушать, и мы начинаем. По классике, играем мы на CCD не часто, но на обновление всегда залетаем. Если этот ролик наберет хорошую активность, можем еще поснимать ролики на CCD, так как я один ролик вам еще должен, так что ожидайте в скором времени, вот. По классике сейчас проходим чинжлог, также есть все тайм-коды в описании. После того, как мы пройдем чинжлог, мы поездим по всем меткам, посмотрим, что добавили. Ну и в принципе на этом закончим ролик, поэтому переходим к чинжлогу. Значит, первое, это добавлен телефон. Для нее нужна сим-карта, ее можно купить в магазине Zero. Это значок компьютера в Санфиера. Также добавлен телефон, который открывается на клавишу O, либо 0, я так и не понял, наверное, на O. Доступные функции звонки, списки контактов, оплата штрафа, просмотр лотов аукциона. Важное уточнение, при звонках по телефону также нужно активировать голосовой чат. Добавлен бизнес-центр, это самое главное, как я считаю. В каждом городе находится по 2 бизнес-центра. Все операции с офисами проходят точно так же, как и с бизнесами. Всего можно иметь не более 2 бизнесов и в бизнес-центрах суммарно. Обновлен комхак. Добавлены подсказки к использованным клавишам. Добавлено сглаживание движений по нажатию кнопки S. И другое, это полностью обновлен список доступных радиостанций, обновлены СТО и заправки на трассе CCD DS. Обновлены новые стикеры в мастерскую, также улучшен интерфейс добавления стикеров на авто, добавлена возможность отключать винилы на авто или напротив установить очень высокие качества. И самое главное, это автомобили. Добавлен Ford Mustang GT, добавлен Mercedes S63 Coupe, добавлена Pagani Zonda SyncU, не знаю, что это такое, поедем посмотрим. Добавлен Range Rover SVA. Отключен спидометр и потребление топлива на BMX. Исправлено положение фар на F40. Исправлено положение выхлопа на E39. Вот, и самое грустное, это удалили RX8. SL65 AMG, вот как они просто могли поднять руку на SL65 AMG, вообще не знаю. SVR и Shelby GT500 старый кузов. В принципе, на ченджлоге это все. Маленькое обновление, как минимум это сразу рушит экономику по бизнесам, потому что бизнес прям очень дешево, я уже прикупил, это мы посмотрим в следующей серии, где мы будем покупать тачки с обновления, вот, в принципе ничего такого уж крупного, но пойдет. Значит, первое, самое простое, что можно проверить, это комхак, нажимаем, ну, у меня это delete, я уже поставил bind, но если у вас еще нет, пишем просто slash комхак в чат, вот, и сверху появились такие клавиши, сделать скриншот, обзор перемещения камеры, вот это все, и выход. Намного удобнее стало это все, интерфейс. Вот сейчас, кстати, обновлен кейс в F1, открыть, они убрали, реально? Они убрали кейс новинок? Офигеть. Так, значит, мы приехали в офис, вот такое вот красивое место. Ага, метка. Так, о, серьезно? В центре 0. 190 офисов свободно. Купить можно, кстати, вот вам цены. 1 миллион стоит выплаты 48, 2 миллиона 67, 3 миллиона 83, 4 миллиона 96 и 5 миллионов 107 тысяч. А, типа вообще пофиг, да? Типа нас не допахнет, пока мы просто не купим его, чтобы посмотреть. Ну окей. Окей. Но с улицы он выглядит прям очень красиво. Вот такой вот большой офис. Такой значок CCD. И здесь такая большая парковочка. Так, получается, вот здесь этот сим-карточный магазин. Они сделают SF, кстати, самым лучшим городом. Потому что здесь есть аукцион. Здесь есть рыболовный магазин. Здесь есть сим-карты. О, пацаны выбивают. А номера есть разные, типа, да? А как стать? А вот. Если... 5000. А, номер можно купить, реально. 02. А, 03. А можно? 02 это обязательно, типа. 200 тысяч за номер? Типа за 3 повторения? Окей, а, например, вот такой. 10 лямов такой номер стоит? Охренеть. Например, 1-1. Например, 1-2-3-4-5-6. 10 лямов. 2-2-8-2-2-8. 1 лям. 2-2-5-5-7-7. Все, 2-2-5-5. А, 3-2-5-5-7-7. Все, за 5000 купили номер. Кстати, кто хочет, записывайте его себе в контакты. Кстати, очень выгодно его купил, очень выгодно. Короче, пацаны, я перезашел, нажимаем О, теперь хотя бы нормально. Айфон родненький, домашний такой. А, вот, номер, можно, кстати, позвонить. Например, вот такой вот номер. Есть кого-то?
Абонент временно доступен. А, значит, он не на сервере. Окей, контакты, вот. Плюсик. Блин, как и в айфоне отвечаю. Обязательные поля, номер один, номер два. Вот это мы все потом посмотрим. Ага, торги, это, я понимаю, так, мой банк, да, курс валют, состояние счетов, оплата штрафов я сейчас не оплачу, потому что у меня нету денег, да? Да, у меня нету денег, у меня все, короче, на руках. Значит, поехали закинем, курс валют, охренеть. Бля, прикольно. И аукционы, мои лоты и мои ставки, да, вот, например, Skyline, который я продавал за 1 рубль, и он ушел тишину за лям 230. Так, в принципе, что у нас еще осталось сделать? Это посмотреть радиостанции на украинском языке. Ничего себе! Офигеть, ну я не буду смотреть. Я потом, может, посмотрю, чтобы мне АПА не прилетела. Добавлено стоит заправки, это неинтересно. Мастерские винилы. О, все, поехали в винилы, посмотрим, что по новым винилам, а там уже за тачками поедем. Заезжаем. Надеюсь, теперь будет все хорошо. Наконец-то прорисовалось. Ура! Так, значит, фигуры, что здесь добавилось? Вот этого вроде, вот этого не было. Вот этого внизу, могу ошибаться, но мне кажется, не было. Мне кажется, они только в картинках добавили что-то и все. Здесь что, можно менять флаги, лого. О, адван вот этих точно не было. Короче, я просто листаю. На CCD я не часто играю, можете посмотреть. RS не было. Да, ой-ой-ой-ой. Нормально так появилось, мне кажется. Вот этого всего не было. Чувствую, не было. Да, прям появилось. А в картинках тоже что-то появилось? Ну, пока нового... Ну, да. Хотя... Я бы не сказал, что здесь что-то появилось. Именно в лого что-то появилось, а здесь не особо. Короче, выйти без сохранения. Поехали уже смотреть на новые автомобили. Так, пацаны, мы приехали как бы в европейский вот этот. 13,5 миллионов за СВА. Я не знаю, это дорого, кстати, четырехствольный выход, такой not bad. Подскажите, кто играет на сервере? Вроде же раньше СВА был, не? Или СВР только был? Мне кажется, СВА тоже раньше когда-то было. Так, автосалон элитных автомобилей. Пункс. Ой, здесь очень много. Получается, что нас добавили? Pagani. А, Pagani Zonda King U за 2 миллиона долларов. Ну, чисто хуяра. Уайра, ладно. Ну, да. Inferno с GTA 4. Автосалон Mercedes-Benz. Приехали, знаешь, что здесь? 918 Porsche, Жига, бананы, Rolls-Royce и CCD такси. Нормально. Все приехали за S-Coup, как бы. Можно зайти, сколько он стоит. Лямов 7, 8, 9. S-63. 15 лямов! 15 лямов, серьезно? 117 тысяч... 1500 рублей. S-купе, 15 лямов. Ебануться. Я Феррари за 10 покупал. Вы шо, ребята, тю-тю? На ней ебануться 15 лямов выкидать на S-купе с салона, а потом еще на него тюнинг сирать. Итак, пацаны, я наконец-то нашел автосалон американских автомобилей. Его перенесли, короче, вот здесь, возле пирамиды. Поэтому мы заходим. И сейчас посмотрим, что по автомобилям. Escalade, SFPD, зашибись. Я надеюсь... Подожди, Ford GT, фух, я думал, это Мустанг. Мустанг стоит 53 тысячи долларов. Это что у нас выходит? Короче, я только что посчитал, и он выходит 3900. Где-то так. Такой Мустанг новый, прикольный. Жалко, что они не добавили версию кабриолет. Вот, поэтому можно, конечно, прикупить в следующей серии какой-то автомобиль по типу Мустанга. В принципе, пацаны, на этом все. Вот такой вот видос вышел. Надеюсь, вам он понравился. Если это так, поставьте лайкос, напишите комментарий, как вам новые обновления на CCD Planet. Мне кажется, очень мало они добавили как бы автомобили и функции. Но самое главное, что они добавили бизнеса и урезали тем самым себе донат, я думаю. Вот. Также не забывай подписываться на канал, ведь здесь выходит очень много интересного контента. Я как минимум еще ожидайте одну серию по CCD Planet в ближайшее время. Вот. Также сегодня выйдет серия по CCD Planet, сервер GTA 5. Там тоже вышло обновление, тоже выйдет ролик. Так что подписывайся, чтобы не пропустить. Ну а с тобой был Эван. Всем желаю хорошего дня, всем удачи, пацаны, и всем пока-пока.